Волгограде открылась особенная выставка. В выставочном зале детской художественной школы номер 1 имени Федорова жители города на Волге увидели скульптуры заслуженного художника Российской Федерации Алексея Кузнецова. В экспозиции представлены работы, созданные автором за 45 лет. Максим Черпак познакомился с мастером и узнал, как из простых, на первый взгляд, материалов получаются шедевры. Владимир Высоцкий, Василий Шукшин, Игорь Тальков и многие другие стали героями произведения Алексея Кузнецова. Устанавливали скульптуры с помощью собственноручно изготовленного им крана. Посетители в восторге от душевности выставки. Выставка, конечно, очень впечатляет. Мы прочитали анонс. И ожидали, конечно, что выставка будет очень интересная, но такого масштаба, естественно, просто мы в восторге. И фотографии сделаем, я же говорю, это у нас запомнится, я думаю, что это войдет в историю нашего города. Алексей Кузнецов – художник-монументалист, родом из деревни Янотаевка Астраханской области. Закончил Астраханское художественное училище и Харьковский художественно-промышленный институт, отделение скульптуры. Его творческая карьера очень богата. Выставка побывала в Астрахани, теперь приехала в Волгоград. Сегодняшняя выставка имеет для нас очень большое значение. Мы долго готовились к ней. Надо сказать, что до конца не верю, что мы сможем такой объем осилить. Подгоняли фуры, краны, значит, договаривались с соответствующими органами, чтобы нам тут расчистили площадку. Но когда она состояла, мы поняли, что мы не зря пережили такой, в общем-то, трудный момент. Среди скульптур и бюстов знаменитых русских писателей, артистов и военачальников и образ самого главного для автора человека – мамы. Алексея Михайловича называют народным художником. Выставки скульптуры такого масштаба в Волгограде не было более 50 лет. Горожане могут увидеть работы Алексея Кузнецова. Посвящены они русским выдающимся личностям. Его работы понятны и изящны. Каждый находит для себя что-то свое, знакомое, так как сюжеты для скульптур автор берет из жизни. Цель выставки, чтобы люди посмотрели на то время, которое я прожил, да, и которое в истории показано, чтобы не забывали про Россию. Вот больше у меня цели никакой нету, чтобы люди пришли, посмотрели, вспомнили и все делали для того, чтобы у нас Россия возрождалась. В выставочном зале детской художественной школы номер 1 пройдут мастер-классы и творческие встречи. Дети, подростки, студенты смогут обсудить вместе с автором его творчество. Выставка работы Алексея Кузнецова продлится до 23 мая. Вход свободный. Максим Черпак, Глеб Волков. Время новостей.